Все, дальше нас уже не пустили. Вот там дальше, значит, мимо филармонии и налево по улице Чкалова, бывшая по Ниязи, спускается вниз вдоль бульвара и возвращается к площади, откуда берут старт болиды и формулы. А мы сейчас пройдем. А мы тогда можем пройти к Дворцу Счастья, Лена. Раз нас завернули, мы завернули на улицу шейха Шамиля. А? Вот так? А, давайте. Тут даже надо выходить. Сейчас нам отопрут дверь. И мы выйдем. Выпустили. И мы оказались на улице шейха Шамиля. Кстати, на этой улице, по-моему, эти бани. Вот там выше, да? Вот эти вот бани, которые с целым набором изображений. Хамам называется. Да. Да, потому что так. Раньше была традиция. Да, вообще, я свою Леночку, доченьку, упустила, как замечательного экскурсовода. Надо. Да-да-да, и что рассказывать? Посредственные, так скажем, любители. Даже посредственные. Не-не, раньше была традиция, просто там 100-200 лет назад люди не так часто купались, как сейчас. Они ходили в баню, ну, там, по каким-то особым случаям. Не знаю, раз в неделю или даже реже. Ну, перед свадьбой обязательно нужно было пойти в баню. Помыться. Перед свадьбой это уже была традиция. Жених и все его друзья шли в баню. Мылись. Как сейчас мальчишник. А, понятно. Поэтому Тазебей – это новобрачный, да, на азербайджанском. Да, 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 точно. То есть это баня для новобрачных. Но это была только мужская баня. Женщин туда не пускали, конечно. Но сейчас там есть и женские. Отдельно женская половина, отдельно мужская половина. Так. И сейчас эта традиция возобновилась. Ясно. То есть здорово, люди перед свадьбой и устраивают там мальчишник, девичник. Так. И ходят в баню. Это у нас улица как называется? Вот там, я не вижу. Пойдем, пройдем к дворцу Мухтарова. Это улица Лермонтова. Доказательство, пожалуйста. Нет, есть улица Пушкина, улица Лермонтова. Толстого. Да, Толстого тоже. Гоголя. Гоголя, по-моему... Нет, Аня, не частично. Секундово, мы заворачиваем обратно к Стивилиату. Вижу шпиль Дворца Счастья Мухтарова. Мы как раз вышли на Дворец Счастья. Вот он. А вон тот самый рыцарь. Один рыцарь там все-таки стоит. А может, второго сняли? Наверное, это стиль готика, я так думаю. Архитектор Плашко, это я точно помню. Также работа Плашко, кукольный театр. Это улица Полухина. Раньше была Полухина, сейчас Мухтаров. Улица Гусигаджи, нам удалось выйти на трассу. Нас пропустили. Мой телефон полностью забит уже файлами, там нет места, я снимаю на Дочкин. Там тоже мало там места. Тоже мало места. В общем, пока снимается, снимаем. На улице Гусигаджи, нам удалось выйти на трассу. Нас пропустили. Мой телефон полностью забит уже файлами, там нет места, я снимаю на Дочкин. Там тоже мало там места. Тоже мало места. В общем, пока снимается, снимаем. Сейчас мы выходим. Вот этот площадь молодежи как называется? В общем, какая, короче, выходим. Вот это. Выходит, ведь тут трибуны. Гошагапы, да? Гошагапы. Выходим. Вход в крепость. Попробуем прорваться на Зелено. Может, ночью вообще можно было бы нормально пройти?
эти трибуны везде. Что можно пройти по самому крутому участку трассы, где вообще такой вираж. Такой вираж, что самое интересное происходит именно тут. Здесь. Два путешественника. Два. Героя. Первооткрыватели. Сделали проход по трассе. Да, да, первопроходцы трассы. Да. Вон народ идет. Сейчас мы с Леной рано вышли. Можно было быть попозже и нормально пройтись. То спускаемся по залива, по зелени. Думали ли когда-нибудь древние стены? Нашей крепости, такое. Что они будут участвовать в таком современном представлении, как формула один. Что они будут являться живыми свидетелями. Да, да, да. Идем в бульвар. Заворачиваем. Кинотеатр. Пойдем вот так. Где? Там. Ой, мамочки. Где Леночка? Посмотрим. Давай. Это уборка трассы. А, вот мы выходим. Итак, представьте, что мы спустились по... Мы спустились по улице Ниязичкалова. Мимо площади Азнефть. Сделали круг и вышли на проспект Нефтяников. Пошел дождь. Мы идем к финишу. К финишу, вернее, уже к концу. Площади, где происходит старт. Что ты? Все-таки хорошо бы на формуле проехать или на мерсике в крайнем случае. Я устала. Вот сейчас моя дочка расскажет. Лена, расскажи, как вы в прошлом году сидели на трибуне около музея? Два года назад. Произошла авария. Да, и у одного из пилотов лопнула покрышка. Ага. И кусок резины от покрышки. Ну, естественно, он там остановился уже дальше. Вышел из машины, а кусок резины отлетел за ограждение в сторону зрителей. Ага. И один из зрителей тут же перепрыгнул через барьер, вот схватил. Первый барьер, не второй, а который первый маленький барьер, тут же схватил этот кусок резины и оставил себе как трофей на память. Да, может быть, он его потом продал на eBay. Как трофей, точно. Наверное, это... Он уже видно площадь, я уже устала. Парк Ин, гостиница. А? Давай. Уже близко от дома, это Гаджибекова, а вот они ангары. Для формул, где они будут находиться перед стартом. Потом они выйдут, транцев, которые заблудились. Вот, и значит они выходят гуськом, выезжают. Из этих ангаров поворачивают налево, на Пушкина. Их собирает Мерседес, вожак. И они едут, делают такой вот пробный круг и выстраиваются потом на старте на площади. Вот так. Ой,